Приехали в усадьбу Деда Мороза. Что это такое? Терем Деда Мороза. О, снеговик ползет, смотри. Что там? Снеговик ползет на елку. Там часики. Так, куда пойдем? Подожди, давай посмотрим УАЗик. На лыжах. О, счастье с пятерочкой. Это что-то какая-то чупакабра. До Нового года осталось 13 дней. Какую-нибудь усадьбу зайдем? Теремок какой-нибудь. А, снегурочки, что ли? Тут развлечение для детей, снеговик. Да! Оп, псы! Фудкор. Это у нас столовая. Так, так. Давайте поснимаю цены. Чай 100 рублей, кофе 160-130. Я читал, пишите в комментарии, будьте здоровы, Никита. Я хочу эскимо. Самое главное, есть туалет и комната матери и ребенка. Она, кстати, на улице вроде, а вот здесь для инвалидов. Есть отдельная комната. Это для того, для тех, кто, наверное, экскурсию брал. Вот она, комната матери и ребенка. Красочно, как смотрите. Так, вход терем платный. Ну-ка, заходи-ка. Что там? Пойдем посмотрим. Отправляют письма Деду Морозу детишки. Мы чуть попозже бросим, да? Папа, мы, наверное, подойдем все здание. Сейчас будет снегурочка. И снова платно. Дед Мороз, я не знаю, где Дед Мороз. Здесь снегурочка, что ли? Здесь снегурочка. Он там? Играет. И самое главное, Никит, это спонсор пятерочка. X5 Retail Group. Так, вход Деда Мороза платный. Сколько стоит, интересно? Так, сувенирная лавка. Здесь изготавливают, мастер-классы делают, и заодно подарочки все делают, печенки там разные. А вот и самое интересное, это цены. Можете нажать на паузу. Так, я сам не разобрался.